Ну, наконец-то мы на месте. Это вид с балкона, где я буду жить. Шикарнейший просто. Вы посмотрите, какая красота. Здесь река, а вот там море. Это с одной стороны, а там дальше сейчас еще пойду. Тоже очень красивый вид. Корабль. А вот еще один вид. Красивейший, вот такая здесь. Вот там море. А здесь кораблики ходят. 9-й этаж у меня. Вот там лифты. Сам ашрам. Здание. Здесь у меня 9-й, там еще сколько. Сегодня первый день в ашраме Амма. Мы попали на даршан. Нам дали вот такие вот талончики, которые мне дают право на обнимашки с ней. Половину очереди отсеяли, только будут принимать, кто приехал и кто уезжает. Так что нам очень повезло. Мы выстроили огромную очередь, 3 часа. Сейчас сидим, ждем. Итак, заселили меня вот такую в комнату на 2 человек. Такая комната стоит 600 рупий, по 300 с человека, с небольшой кухонкой, с душем, с туалетом. Здесь справа душ, туалет, умывальник. И вот такой вид из окна. Это 9-й этаж. Солнышко уже встало. Вот такая красота. Так выглядит бесплатный завтрак в столовой. Вот такой пловчик с рагу и рисовая водичка. Он уже включен в стоимость проживания. Бананчики на вкус и цвет, на любой и размер. И зеленые, и большие, желтые, и маленькие. В общем, банановый рай.